Сейчас готовлюсь на украинского бойца, Роман, фамилию точно не помню. 22 мая буду выступать на турнире Гран-при Ахмат. Ну, не в самом Гран-при, а рейтинговый бой проведу. Подготовка идет отлично. Здесь на тренировочном лагере Ахмат клуба. В Ахмат я попал благодаря Патриоту. Я решился, вот. Я не ожидал даже, что так получится. Нас познакомили в Астане. И так получилось, что он пригласил меня сюда. С тех пор я здесь, я очень доволен тем, что сюда приехал. Это вообще не передать. Условия для сборов, для тренировок вообще высшие. Мой тренерский состав, он всегда поддерживал. Надо расти во всех направлениях. И как бы поддерживали, чтобы я развивался и, ну, поднимался по спорту. Это карьера, надо расти. Главное не разочаровать публику. Главное не проиграть, не разочаровать себя самого. Настрой хороший. Ну, как говорится, ринг покажет. Спорт пришел еще в 17 лет на вольную борьбу. Потом потихоньку оттуда перешел боевое самбо. Меня именно вот это смешанное единоборство привел Алгиреев Руслан. Хороший тренер, хороший человек, он с Караганды. И с тех пор вот у меня так пошло-поехало как-то. Влился это русло, и у меня лучше пошел результат, чем по вольной борьбе. Все свои родные, близкие, все здесь, мои родственники, давно уже я, они как с 2008 года сюда переехали, я также учился, продолжал в Казахстане тренироваться. Ни грамм не жалею, что сюда перебрался. Не проигрывать в дальнейшем, постоянно побеждать, а там уже, смотря как обратят на меня промоушены, какие организации затянут, так как я сейчас в лучшем клубе Ахмат, я думаю, в дальнейшем только становится лучше и на пьедестале поднимать чисто вот за счет Ахмата.